have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аладушки. Мы продолжаем Dishonored в городе Чума. Мы облизываем мусорки. Все по плану. Так, что нам нужно? Давайте-ка я напомню себе. Мне нужно отправиться в Золотую Кошку через отель Капитанский Мостик. Устранить близнецов Золотой Кошки. Разыскать в Золотой Кошке торговца картинами. Ага. Поиски Эмили. Амулеты, блин, у меня новые амулеты появились. Насчет умений, да, но... Жадная стая. Нет, погодь, а что она делает? Призывает стаю крыс, которая атакует живых людей, пожирает трупы крыс и быстро разбегаются. Блин, это хорошая вещь, но я собирался накопить на вот это, так что подождите. Еще одну руну нам надо. Смогу ли я... А, тут не пройти, это не дверь, нифига, ничего, ясно. Еще, если я правильно помню, то... Ух ты ж. Вот эти двое ходят. А, он автоматически пьет бутылку. Я тебя понял. Там вот эти вот зомбари ходят. Ну, это не зомбари, но, блин. Don't be suspicious, don't be suspicious. How does it work? What? The wall of light? Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering with it. Нужно улучшить батарейку. Я не знаю, ну, да, я мог бы всех убить, но я очередной раз пытаюсь хоть как-то, хоть что-то пройти по стелсу. Блин, мне в Капитанский Мостик надо. Доки. Вот там какие-то вещи есть. Блин, черт, камера! К такому жизнь меня не готовила. Мне хоть кто-то, хоть где-то, хоть что-то про камеры говорил раньше? Да, последнее сохранение. Ну, оно недалеко было, это не проблема. Attention, Dunwall citizens. Due to criminal activity near Holger Square, the area is now under lockdown. Watchtowers and support patrols have been deployed. Any suspicious person will be assumed hostile with malicious intent. Так, я их буду тогда потихонечку вырубать. Стоп. Это фигня получается, знаете, ребят. Это получается фигня. Seen anybody with signs of the sickness? Please, not now.
Ой, блин, там прям стоит этот охранник. Да ну нафиг, я с этой стороны пройду. How does it work? What? The wall of light? Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering with it. Меня заметил. Да, да, что-то серия начинается у нас сегодня. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering. Вон, вот этот перец мне заметил. Я же нажал F, чтобы, зараза, нести. Выкинь это говно отсюда. F5. Не хочу лечиться. Где-то рядом амулет. 21 метр вниз. Но это там в клоаках этих. Честно говоря, не очень хочу туда идти. Так что... Блин. Ну их там дофига. Класс уродов. Ну что, ты ее перезапускаешь или где, или что? Тут ничего, блин, нету, никаких камер, никакого говна. Залезь наверх! Что попался? Как попался? Совершаешь тихое, блин, убийство. Падаешь на чувака, тебя замечают все, кто только можно. Какой, блин, сторонной нафиг? Что происходит с этой игрой? Так, F5. Вон капитанский мостик, мне туда. Attention, Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. Все, мы вроде как пришли. Ну, через этот отель мы можем обойти. Через крышу там или где-то что-то такое. Хорошо. Отвратительно. Пойдемте. В общем, смотрите, что я хотел сказать.
Это я заберу. Я буду пытаться собрать все руны, но не все амулеты. Вот, потому что собирать все амулеты, это чеканешься. Тут завалено. Красные дорожки-то пооставались, кстати. Меня интересует такая фишка. Раз у меня автоматически пьются эликсиры с манной, почему у меня автоматически не пьются эликсиры с жизнью, блин, когда у меня низкие жизни? Вот в чем прикол. Выскакивают предупреждения, но они не пьются. Ну, то есть... Если вы делаете одно, сделайте и другое. Свой стиль игры. Выбор. В следующей зоне есть множество обходных путей и лазеек, позволяющих выполнить задания разными способами. Ищите выступы, на которых можно залезть и обращать внимание на крысиные норы, стоки и укромные места. Да уж, спасибо. Таким образом, как у вас тут стелс работает в этой игре, я бы не сказал, что я в восторге. Ну ладно. Торговец с картинами мне, кстати, тоже нужен. Да, золотая кошка. Она же золотая кошка. Не свести денег не будет. А, это они разговаривают. Я думал, это мне игра что-то говорит. Ну, вон там какой-то перец ходит, кстати. Используйте сердце, используйте. Сердце вас не обманет. Руна прям за этой стеной, кстати. За эту стену. Сколько здесь, кстати, рун? Раз, два. Две руны. И один амулет. Хорошо, я вас понял. Ну, амин. Now Morgan's on the first floor. Need to get the men in position. The eye. All I can tell you is it's very heavily soundproofed. I'll leave the rest to your imagination. Custis is easier to manage. Some nights he just waits in the smoking room upstairs and talks. Ну хватит трындеть, дайте я пройду. This whole place has gone to the hound. Wonder if anyone would notice it. Положи, пожалуйста. Спасибо. Съешь кексик. Так, ну, нам, по идее, сюда. Давайте ей в пяточку. Чувак, так и правда. Ты же помнишь, что ты в золотой кошке? F5. Его я, наверное, прятать не буду, так уж и быть. Руна. Куртизанка, а ты кто? Я могу нести куртизанку? Она что, мертвая, что ли? Секундочку, вот с этого места поподробнее.
Ты продолжай спать в такой позе, ага. Прикольно, прикольно. Я не знаю, что происходит с этой игрой. Аристократ, что... А, без сознания. Они оба без сознания. Они оба обдолбанные, что ли, чем-то. Короче, круто. Посмотрим. Тут мы похаваем. Знаешь что, чувак, иди сюда. Тоже пойдешь со мной погулять. А, у меня тут есть для тебя компания. Так, комната... А, кремовая комната, курительная комната. Ух ты ж, ёпперасоты. Dunstan, the Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on, you're supposed to be on guard. You'll get dismissed for sure. I can't believe this. You said you weren't even drunk. Wake up! Так, серебряная комната. Finally, I've been like this for 20 minutes. Your footsteps. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I cheated them, robbed them of thousands. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Retribution! Retribution! Ah, that was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. Ah, we're done, I said. Retribution! Now let me out! Ah, what the? Who is this? What do you want? Скажи шифр от своего сейфа. The safe, yes, of course. The combination is 879. 879. А это правда или нет? You find. I think I felt my heart skip. 879. Так, ну вы же понимаете, что я не могу оставить его в живых, да? Please, my heart won't take this. Ask me anything. I screwed the Pendletons, yes, and I've been to the Brimsleys. They worship the outsider. I've seen it. I did it too. А это интересно. До свидания. Удостовериться. Так. Отлично. Ну, то есть, вы же понимаете, что как только к нему кто-то придет, или девушка, или охрана, или что-то такое, то он моментально все расскажет, поэтому выход для важных особ. А почему выход для важных особ? Минуточку, что вы от меня хотите теперь? Без убийства вернуться к Следжеву с шифром. Устраните, устраните, обыскать кабинет мадам и узнать, где держат Эмили. Вот это вот мне нужно, поиск Эмили. Кабинет мадам. А это курильная комната. Кремовая комната. Кабинет мадам, туда. Мне в любом случае туда. Супер. 30 метров. Где... блин. Руна там, с той стороны, я тебя понял. Я еще не уверен, может, я тебя убью. Ключ от золотой кошки. Но она меня не видела в лицо. Это мое преимущество. Лорд Морган Пендлтон уединился с Лоли в кремовой комнате на втором этаже. Мистер Бантинг Бетти заявили серебряную комнату на втором этаже. Лорд Кастис Пендлтон поднялся с Виолетт на второй... Здесь мы могли сразу зайти и узнать, где кто находится. Окей, нам и так это показали. Ну, на мой взгляд... Ну, кстати, красиво. Игра зря это сделала.
Угу. Так, это... Хилки полные, вы не офигели? Я знаю, у нас даже кровати не хватает, но для этой девочки придется выделить комнату. Она куда важнее, чем кажется. Просто ужас. Она едва не сбежала через вход для важных клиентов. Теперь я решила держать универсальный ключ при себе, а она пусть сидит в комнате под замком. Оттуда никто... Оттуда ни... она никуда не денется. Она где-то здесь. Так, а вот это может быть интересно. Минуточку. Руна. Руна над нами. Блин, тут две руны получается еще. Я бы хотел их забрать. Ну, та далековато, а вот эту вот я бы забрал. Так, курительная комната, кремовая комната. Спальня куртизанки. Нам все равно наверх сейчас выходит. Окей, пойдемте. Супер. Да, блин, я на Ctrl нажимаю, на И нажимаю, я путаю кнопки, я молодец, короче, не забейте. Закрой дверь. Руна еще выше? Да, вот она, прям в уголочке здесь. Я понял. Спи. Ты мне ничего не сделал, я тебе тоже ничего не сделаю. Вот это храп! Отрывок из криминальной повести о золотой кошке. Мистер Эрроу, поверьте, моя семья щедро заплатит вам и вашим помощникам, если вы найдете мою сестру. У вас есть ее имя и приметы. Мы рассказали все, что знаем о времени, которое Патриция провела в Даунволле, прежде чем от нее перестали приходить письма. Есть еще одно предложение, но оно столь... Предположение столь невероятно, что мне хочется... не хочется упоминать его. В Даунволле есть некое заведение под названием «Золотая кошка». Там расположены купальни. Хотя кое-кто утверждает, что это дом удовольствия. Я не представляю, как моя сестра могла бы оказаться в таком месте. Однако незадолго до исчезновения кузен одного нашего знакомого говорил, что Патриция работает там. Поет и играет на арфе. Возможно, он обознался, но лучше бы проверить. Прошу учесть, если до месяца ветра наши поиски не принесут результаты, я приеду в Даунволл из Морли и найму другого сыщика. С почтением, Мэдисон Кенбрайт. Чья-то сестра... явно пропала. Прикиньте, как она храпит. Это как вообще? Блин, вы могли сделать разную озвучку для мужских и женских персонажей? Это... Офигеть. Она прям вхрапывает по полной. Офигеть. Знаете, для богатого заведения обстановочка у вас так себе. Ну, я понимаю, чума и все дела, но... метра туда. Странно. Ладно. Давайте я заберу сейчас... девочку, да. Who are you? Why are you wearing that mask? Corvo? Corvo, it's you! You're wearing a mask to sneak around, aren't you? Какая догадливая. You were head chopped off in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go, for special people, and I'll show you.
And if anyone tries to stop us, you can fight them. А, я тут вообще-то стелсом сюда проник. Я не хочу с ними подраться. Черт. У тебя ничего нету. Тут есть еда. Где ты, мелкая, это... Блин, ну нафига так убегать-то, блин? Черт побери, ты персонаж, который должен сопровождать. Не, блин, несется. This place is on the roof. Это сейчас был крутой момент. Винный квартал, идем отсюда. Это такой... Так. Ух ты ж. Кстати, в золотой кошке был... Блин, нет, там было это. Ветошь? Я заберу, спасибо. Стойте, там был... Там была руна, я хочу за ней вернуться. Да, золотую кошку, пожалуйста. Метра в ту сторону. Да, убери ты эту. Сядь. Спасибо. Did you hear what that little girl did? No. She's cute. Amy or Emily or something. She tried to escape. Somehow she found the VIP exit. Really? Yes, Prudence keeps it locked now and she carries. Туалеты вообще. Why is she here anyway? Is she the niece of the Pendleton? No idea. Сюда не надо. They keep her. Someone's over there. No! Help me! Please help me! Я не хотел этого. Мне только нужна была руна. Прямо здесь, подо мной, да? Да. Надо найти способ проникнуть. Угу. С этого балкона я пришел. Мне нужно как-то попасть туда. Это все, что мне нужно было. Спасибо. Все, короче, можно теперь валить отсюда. Извините, девчули, против вас лично ничего не было. Чего вы орать-то начали? Теперь можно и выходить. Я, да, я, наверное, пойду сдам этих придурков с Кледжеву. Что он хочет это же сказать? Давайте послушаем. Have you seen him? The handsome one with the beautiful dark eyes. I just want to tell him I'm doing my part. Yes, Granny Rags is doing her part. Tell him. It's good to see you again, dear. But don't dally, or that young girl might fall in the river. Что за намеки-то? Чужой.
Отрывок из записки известного еретика, конфискованный незадолго до казни автора. Для многих «Чужой» — лишь детская страшилка. Когда я был юн, мы с матушкой много странствовали, перебираясь из одного городка в другой. Мы неделями жили в лесу, и всегда нас преследовал проклятие смотрителя. Проклятые смотрители, тьфу ты, блин. По ночам мама пересказывала свои сны, и снилось безлюдное место, где она слышала шепот чужого. После каждого такого сна ее силы росли, и со временем она обрела способности смотреть глазами мотыльков и на расстоянии отпирать запоры дверей и окон, или окон. Я найду то безлюдное место и получу ключ к бездне. Со временем я проникну в эту тайну, и он придет ко мне, как приходил к ней. Считайте меня еретиком, бросьте в холодное подземелье, терзайте мою плоть и судите, как изменника. Сожгите тело дотла. Я продолжу искать землю, о которой говорила моя мать. Это мысли, это смысл моей жизни. Видимо, чувак не успел, или чужой на него просто наплевал, и типа он такой, ага, ну и ладно, на тебя. Ты не лорд Корва, я не буду с тобой связываться, заключать сделки. Stop fussing with my collar, mama. The dance is starting soon. Is my hair... Милый Даниэль, мне предложили место геолога в торговой комнате «Горизонт» в Серконосе. Вскоре мы отправляемся в первую экспедицию куда-то на юг от Карнаки. Прошу, не затягивай с отъездом. Поговори, что выезд из города могут закрыть. Жди меня в Карнаке, Эллисон. Чувак просто застрелился. Так. Золотая кошка. Квартал. Оленин. Почему я не могу туда наверх портнуться? Их тут дофига, я не хочу с ними бороться. Там же явно есть труба наверх, почему я не могу туда портнуться? Блин, что происходит? Да что ты на меня сразу плевать-то? Равно обливали. Так, хорошо. Минечку, а теперь все? Тут уже нет никакой руны или амулета, да? Как в прошлый раз. Ладно. Так, тут у нас вроде как двое ходили, и один стоял, да? Если я правильно все помню. Сейчас мы тут протиснемся потихонечку. А, знаете, что я сейчас вдруг подумал? В прошлой серии, когда этот... Привет, чувак. Ты не мог это услышать. Иди нафиг. Лодочник такой к нам подходит и говорит, я знаю, как доставить вас... А вот эти проходы, интересно, куда ведут. Ладно, я не знаю, я не хочу с этим заморачиваться. Лодочник говорит, я знаю, как доплыть до золотой кошки. Конечно, прям к кошке мы не попадем, но когда-то... короче, я там это... Да, перепрыгни, блин. Фух. Так вот, он говорит, когда-то мне там показывали дорогу, я там когда-то доплыл, я там... Колчан болтов. Серьезно, больше невозможно. Вот. И все равно привез нас ровно в то же место, где и в прошлый раз. Так, блин, какого фига ты там говоришь? Я там что-то знаю, я там что-то это... Серьезно? У тебя такая политика? А мне не надо ничего. Ну и хорошо, как бы, ладно. Пойдем с Кледжева, сходим. Скажем ему код. Да, давайте на винокурню.
Давайте только без зомби обойдемся, а? Я не хочу с этой блевотиной связываться. Привет, чувак. Где он на этот раз? А, вот он. Ну, надеюсь, ты сдержишь слово. Вот комбинация от сейфа от торговца картинами. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, them Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. Mm-hmm. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Окей, это меня устраивает. Это меня устраивает. Знаете, я там говорил, что меня не устраивает. Я говорил, что меня не устраивает, что я не убью этих Пендлтонов, потому что, ну, вот это все. Ну, вот, например, прошлого чувака его можно было заклеймить, его бы изгнали, то-то, все-то. Нет, таких людей надо убивать. То, что вот сейчас произошло, то, что их отправят в шахту, я более чем уверен, что они в течение года там сдохнут. Вот. Так что это просто, как бы. Знаете, как есть такое выражение? The same with extra steps. То же самое, только с парочкой дополнительных шагов по пути. Вот так же. Так, мне кажется, что я собрал все руны. Мне кажется... Да, заткнись. Что я довольно неплохо тут все сейчас прошуровал, прошел. Мне все нравится. Фишка с камерой была отвратительная. Мне... Ой, блин. Не за мной. А это солдаты пришли. Отлично. Ну вот пусть они там и разбираются, мне нормально. Ready to go back, Corvo? You made short work of things. Get in. Да, пора возвращаться. Я тут все сделал. Окей. Руны 4 из 5. Да ладно. А где я пропустил руну? Серьезно, в кошке я вернулся. Тут я везде походил. Я смотрел, чекал, чтобы везде собрать руну. Где я одну пропустил? Амулеты, да, согласен. Один я пропустил, это я и видел. статистика задания. Нет убитых. А, нет, убитых не обозначено, все нормально. Убито врагов 19, убито простых жителей 3. Блин, ну, да, извините. Найдено ваших жертв одна, кого-то нашли, серьезно? Ха-ха. Ни одного сигнала тревоги, вот, отлично. Не, в принципе, меня немножечко устраивает. Да, случаются косяки, но, в общем-то, меня пока устраивает, как я прохожу. Надеюсь, у вас, ребят, тоже. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. А вы не хотите ей рассказать? Она же типа будущая императрица. Я думаю, она готова к тому, что есть интриги, убийства, зло. Ну, не знаю. Young lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? А, это будет ее комната, понятно. Там, где мы ходили, сверху смотрели. The entirety of the hound pits.
Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. Да, да, давай. Arrivederci. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Еще один Пендельтон, блин. Че, у нас тут нету рун сегодня? Я не вижу. Как я одну пропустил? Для меня загадка. Так, хорошо. Что я хотел? Я хотел... Минуточку, это у меня прокачано. Вот это вот я хотел прокачать. Позволяет вселяться в людей на еще более короткое время. Ну, в любом случае, ты берешь, вселяешься в человека. Устраиваешь. И все хорошо. Минуточку, а не хотите ли вы мне сказать? Та-та-та-та-та, пока вы в теле крысы, враги будут пытаться растоптать вас. Управляйте. Вселение уровня 2 действует и на людей, хотя возможность при этом ограничена. Вы не можете двигаться быстро или сражаться. Ай, черт, я не могу сражаться. Ах. Управлять человеком можно выполнять простые действия, например, собирать предметы и открывать двери. Союзники вашей жертвы не будут на вас нападать, а устройства вроде разрядных столбов и световых стен, настроенные на вашу жертву, не причинят вреда и вам. Если при падении вы успеете вселиться в животное или человека, вы не разобьетесь. Блин, я это все-таки качну. Я уверен, что мне оно пригодится. Насчет замедления времени, кстати. Я почему-то этим вообще-то не пользуюсь. Может, кстати, темное зрение. Я им тоже не пользуюсь. Может, пора бы начать. Позволяет видеть в темноте и различать силуэты живых существ за стеной. Вы также видите их поле зрения и визуальное отображение. Давайте, да. Да. Базовые навыки сейчас до второго уровня все разгоним. Так, потом. У нас есть проворство. Противники, которые вас не заметили после смерти, обращаются в прах. Вот это, кстати, хорошая вещь. Всего две руны. Две руны это не так много, кстати. Которые вас не заметили после смерти. Это если я играю на убийство. Высота прыжка увеличивается, урон при падении снижается. Да. Накопите запас адреналина и нанесите добивающий удар в ближнем бою. Не знаю. Увеличить число очков здоровья, вот это, наверное, я хочу. Регенерация. О, вот это я, наверное, точно хочу. Так, порыв ветра. Мощный ветер, который отталкивает или сбивает с ног врагов, разрушает двери. Кстати, вот... Ну, ладно, ладно, согласен. Тут есть хорошие вещи. Например... Насчет изгиба времени, блин, полностью ненадолго замедляет, а тут полностью останавливает на более короткий промежуток. Угу. Надо поближе познакомиться со всеми этими навыками. Где они у меня вообще находятся? 6 это сердце, 7 передвижение, 8 это глаза, 9 это вселение, 0 это замедление. А куда пойдут все остальные? Фига себе, оно манну жрет. Хотя действует довольно долго. Блин, действует нормально, так прилично. Хорошо, чувак. Давай качнемся. Давай, 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 глянь, что ты предлагаешь. Улучшения мне нужны. Снарягу я не трачу практически. Боевую усыпляющий дротик. Даже в бою усыпляющие дротики действуют мгновенно. Вот это хорошо. Меткий пистолет, кучность стрельбы. Вместимость магазина на один. А качнуть... А, я могу качнуть 3, но не 4. То есть я могу сейчас, например, взять все апгрейды на пистолет, да?
получится 3. Я не пользуюсь пистолетом, но вот эта штука, я не буду сцепляющий дротик использовать в бою. Я не настолько пацифист, чтобы пытаться сохранить жизнь человека, который пытается меня убить прямо сейчас. Может быть, потом, когда-то. Кучность стрельбы, метки пистолет 2, это все по 600. Это, кстати, 450 дополнительный патрон. Так. Я пытался прицелиться. Нажал на правую кнопку, и он выстрелил. Красиво. Ой, просто... Да. Давайте я промолчу. Так, хорошо. Идемте с Пендельтоном поговорим. Встань. А, это ты встал такой у меня. Хорошо. Ну, чё, братишки-то твои эти, тю-тю, на шахте у тебя работают. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. Да-да-да-да-да, твои we братишки. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Я только что болтал с Хевлоком, он говорит, поговори с Пендельтоном. Сейчас Пендельтон говорит, пойди поговори с Хевлоком. Блин, вы определитесь сами, что вы хотите. Ай. Доумки, доноски. Окей. Что с тобой, чувак? Что за особая поза, в которой ты сейчас... Ой, блин, Martin's просто... There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Ну, поехали. Can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. Надо будет его вырубить или договориться. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Старый вояка, я смотрю, он ездит на невидимом мотоцикле. It's amazing how many overseers he's been. О, ты тоже. It really is the key. Здравствуйте, Багги. Not that the streets around us are pleasant, but there's no rioting in this. Я похаваю. Спать я, наверное, не пойду. В моей комнате мне делать нечего. Опять к Самуэлю. Окей, без проблем. Пойдем за Соколовым, как-никак самый светлый ум нашего времени. Его точно никто не охраняет. Он точно не позаботится о своей безопасности. Так ведь вы думаете, да? Ладно, ребят, тогда давайте, наверное, на этом сегодня все. За Соколовым пойдем уже в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.